Урок цифры – это традиционное мероприятие, реализуемое в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Он уже идет не первый год. Основная задача, которая – донести для понятным языком, на понятных примерах для учеников разных классов от мало до велика, преимущества цифровых технологий, где они применяются в жизни, и показать востребованность в будущем профессий, связанных с цифровой экономикой и с программированием в частности. Уже второй год проводится урок цифры на территории Тульской области. Мы в прошлом году вошли в пятерку лучших субъектов по количеству именно учащихся, которые принимают участие в данном уроке. Для наших учеников это показывает, ну, по сути дела, открывает двери в мир цифровых технологий немножко с другого ракурса, потому что все мы сейчас привыкли пользоваться этими технологиями, а именно урок показывает, а как это создается.